Ну, у меня было несколько выпускных работ, но Евгений Борисович приходил на эти свободные бабочки. И ему понравилась моя роль. И я понравилась в этой роли. Это была главная роль. Спектакль о том, что молодая девушка, это Америка, она вселилась в квартиру и узнает, что у нее есть молодой хозяин, как бы, у этой квартиры, который живет по соседству. Она к нему стучится, просит там закурить, она такая свободная, хипушка, приходит к нему и совершенно не замечает, что он слепой. А на самом деле он слепой, этот мальчик, он музыкант, то есть он пишет музыку. И она с ним знакомится, ни в коем случае не подозревая, что он слепой, потом все-таки она понимает, они влюбляются, его мама отговаривает ее от того, чтобы они были вместе. Она его бросает, ну, как бы довольно-таки трагическая история, но потом она не выдерживает и в конце хэппи-энд. Ну, не скажу, что это было как-то иначе, чем другие роли. Просто чем нужно себя легче вести, тем это сложнее. Расслабиться всегда сложнее, чем напрячься. Те же комические роли иногда, они намного сложнее, чем трагические. Потому что трагически ты себя доводишь, ты себе помогаешь, как бы эмоционально, психофизически, все это нагнетаешь внутри. А комически тебе нужно здесь и сейчас. Иногда вот это намного сложнее, ну, по крайней мере, для меня.